Тема о том, что ни одна молитва не пропадает просто так. Однажды, вы сказали 40 лет, однажды один человек, он сделал тешува, когда ему было примерно 40 лет. Он вернулся ко Всевышнему, стал соблюдать шаббат, законы стал соблюдать еврейские. И тогда он пришел к раввину и говорит: «Халфаджон, я теперь хочу жениться, потому что раньше я был нерелигиозный и делал разные глупости, сейчас мне нельзя делать глупости, я должен жениться». Я сказал: «Но у меня уже время поджимает, помогите, пожалуйста». И, конечно же, раввин ему сказал очень интересный сигула, который проверенный. Сказал: читай Шират Хаям. Перек Шира. Перек Шира 40 дней подряд. Что такое Перек Шира? Это, допустим... Перек Шира это, допустим, ветер говорит вот такое предложение. Дятел говорит такое предложение. Вот это весь, все вот эти вот creations, создание Всевышнего, они каждый поет свою песню для Всевышнего. И он сказал: вот это прочитай 40 дней подряд. И вот тогда у тебя будет еще от. И тогда он начал читать это 40 дней подряд. Через 40 дней он уже на работу не пошел. Думал: вот сегодня теперь должно. Она придет сама. Да. И тогда, ну хотя бы по крайней мере там шатханы подзвонят, скажут: вот у тебя, пожалуйста, невеста. И ничего нету. Пошел, еще день подождал, два, пошел к раввину, говорит: раввин, 40 дней прошло, я читал, как вы сказали, я гон гаунейс. Ему раввин сказал: знаешь что, ты с каванот читал, каждый раз, когда читал, имел, вот очень важно, чтобы иметь кавана. Он сказал честно, не совсем. Так, лишь бы. Да, ну прочитал, да, птичку поставил, прошел. Он говорит: прочитай теперь 40 дней подряд кавано. И он, конечно же, сказал: хорошо, думаю, что 40, еще 40 дней, нет проблем. 40 дней читается кавано. И через 40 дней обратно таки ждет, не дождется, я гон гавный. Через снова приходит, уже 80 дней прошло, более 80 дней. Пришел раввин, говорит: халфа, что-то не то. Он и говорит, так, и так не работает. Он говорит: слушай, ты каждый день читал кавано? В смысле, ты не пропускал, чтобы вот именно концентрация. Вот, ну, было времена, когда думал о чем-то другом. Он говорит: слушай, это иди, 40 дней прочитай, отставь вот это время, сколько ты читаешь. Ни телефоны, никто, чтобы тебя никто не беспокоил. Зайди в комнату, никто тебе не мешает. И он говорит: 40 дней вот так прочитай. 40 дней прочитал. И тогда ему дается шидух, и тогда уже скоро свадьба, и на свой еще михори. И вот его будущий амак, будущий тесть, он говорит: знаете, ему дали тост, микрофон, вчера он со слезами на глазах говорит, что у меня три взрослые дочки были не замужем. Старшей было 40, я не знаю, 2. Второй было 40, скажем, и третий было вот 38, вот так вот. И он говорит, что примерно 3-4 месяца назад мы делаем шимихори своей старшей дочке, которой 42 было. Примерно 1.5-2 месяца назад делаем шинихори второй дочке. И вот сейчас я сижу на шинихори, вот уже своей третьей дочке. И слава Богу, он говорит: я не знаю, какие еще от. Я уже терял надежду, что они уже взрослые, что получится. Но он говорит: слава Богу, Хасдей Ашем Всевышний сделал такое чудо. И тогда Домот понял, в чем тут дело. Первый раз молился, чтобы поволчить. Первый раз, когда молился, ему сказали: бачарон молится, перечитать перек Шира 40 дней подряд. И он читает это. Сказали: конечно, он удостоен, чтобы жениться на невесте. И вот его невеста. Но у этой невесты еще две сестры есть. А пусть вот это его эфорт пойдет на старшую дочь. Делающий нехорей.
Тогда ему Равин говорит, еще 40 дней читай. Он 40 дней еще читает. Да? И он говорит, это пошло заход на вторую дочь. И следующий раз, третий раз, когда он читал уже серьезный Кавана, третий раз уже было, что его супруга, да, уже своего будущего супруга, что он должен был на ней жениться. Работай, мы никогда не должны терять веру и не думать, что наши молитвы уходят просто так. Если бы он был бы немножечко, как там сказать, совук, он бы сказал, что сколько раз, я прочитал, 40 сказали, 40 сделал, чего вы от меня еще хотите? И второй раз он прочитал, он бы сказал, что Халфа, что это, каждый раз я буду приходить по 40 дней, вы будете мне прибавлять, что ли? Что такое? Какие все аферисты тут, да? Нет, нет, нет. Все, что ему Равин говорил, он выполнял. И тогда он увидел еще от, но не просто сам видел еще от, он помог еще двоим людям, которые... Каждый из нас никогда нельзя терять надежду. Приходите, молитесь, и все, не думайте, что вот я молюсь, я кунгавно шусоды. Шусоды! Может быть, это вашему брату, может быть, вашему дяде, может быть, вашему соседу, может быть, вашему, там, я не знаю, следующему поколению. И это приходит, это ближе и ближе и ближе. Безрад Ашем, все наши молитвы Всевышний принимает. Безрад Ашем, ты исхоли митцвот. God bless. Худорахмат Ашем, карабош.